Привет! Меня зовут Алена, вы на канале Лепка Онлайн. В этом видео я покажу, как лепить тыквы. Тыковок у меня будет 3 штучки, разной формы. И немного они будут отличаться между собой. Возьму пластилин, оранжевый, коричневый, такой терракотовый цвет. Все это смешаю вместе и разделю на 3 части. Раскатаю шарик, потом приплюсну его и сделаю 3 лепешечки. Первая, вторая и сейчас будет третья. Также я приготовила фольгу, чтобы положить ее вовнутрь. Из фольги скатаю шарик, облеплю пластилином и еще придам ему больше форму шарика. Затем немного приплюсну эту форму сверху и снизу. Вторая тыква у меня будет вытянутая, поэтому фольгу немножко делаем такой вытянутой каплеобразной формы. Третья тыква по форме будет такая же, как и первая, в виде шарика, но по виду она будет отличаться, вид у нее будет другой. Инструментом возьмем и наметим полосочки на тыкве. Сначала наметим тоненькие полосочки, а затем более толстой частью инструмента продавим такие более глубокие толстые канавки. Разгладим места, где получились какие-то неровности, может где-то вылез пластилин, все это по ходу поправляем и то же самое проделываем с остальными 2 тыквами.
Теперь у одной из тыковок сделаю глазки. Глазки у нее будут треугольной формы. Ножичком прорежу эту форму и положу вовнутрь светло-оранжевый пластилин. Дальше ножичком прорежу треугольный носик и ломаной формой сделаю ротик. Из зеленого пластилина сделаю сверху хвостик и потом добавлю туда еще один листик. Следующую тыкву сделаю немного по-другому. Продавлю глазки. Носик будет тоже другой. В глазки поставлю черные шарики и сверху сделаю веки. Третью тыкву сделаю так же, как и вторую, с черными глазками. Тыковки готовы. Теперь мне осталось сделать основание, на котором они будут стоять. Основание я сделаю из зеленого пластилина. Ну, еще там использую кусочек коричневого пластилина. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить.